Ассалам галейкам, хурметте Казахстан, ассалам галейкам. Сегодня хорошая новость. Город Державинск переименован в Кенесары. Центральный центр Жаркаинского района Акмолинской области получил название в честь лидера национально-освободительного движения казахов за независимость от Российской империи, передает эксклюзив .kz со ссылкой на КАЗ-365.kz. Решение о переименовании было принято большинством голосов жителей города. В нем зарегистрировалось 325 человек. Было выдано 321 бюллетеней. За переименование в город Кенесары проголосовали 192 человека, против 125. Также 4 бюллетеня оказались недействительным. Вот такое, значит, сегодня хорошая новость. Но я высказываю свое личное мнение, конечно, по этому вопросу. Конечно же, я понимаю прекрасно, что это, проба пера, первая проба. И поэтому смотрят, конечно же, на север, на нашего соседа, что он скажет. Конечно, если бы я был президентом, я бы первым делом переименовал Петропавловск-Кызылжар. Петропавловск-Кызылжар. Я надеюсь, что после города Державинска теперь придет очередь и Петропавловску. То есть... Вы заметили, что переименование идет с юга. Теперь этот с юга перемещается переименование сюда на север. И вот уже возле Астаны, это вот Акмолинская область недалеко, город Державинск переименовали в Кенесары. Я бы, конечно, переименовал бы город Щучинск в Кенесары. Потому что я знаю, город Державинск это маленький городочек такой, знаете. Но будем надеяться, друзья мои, будем надеяться, что этот город после переименования разрастется, станет огромным миллионным городом. Будем на это надеяться. Ну и также, конечно же, надо переименовать Павлодар и Петропавловск. Павлодар я предлагаю переименовать Сарыарка, а Петропавловск Кызылжар. И поэтому, друзья мои, я думаю, это время уже приблизилось. Как я вам и говорил, что в августе месяце, ближе к осени, мы город переименуем в Кызылжар. Наш Петропавловск, нам не нужны эти названия Российской империи, понимаете? Царской вот это. Мы не собираемся быть колонией. Мы независимый, суверенный Казахстан. Поэтому, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, что вы думаете об этом. Поддержите Ергали, поддержите. Чем больше напишем Кызылжар, 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 быстрее его переименуют. То есть нам нужно сломить этих сепаратистские вот эти вот измышления, которые у нас в обществе. Поэтому, если вы хотите, обращаясь к другим национальностям, если которые проживают в Петропавловске, если вы не хотите сидеть в подвалах, как в ДНР или в ЛНР, тогда надо послушать Ергали и переименовать его Кызылжар. И объединиться все возле нашего президента Токаева и заявить, что нам не нужна никакая война. Мы хотим жить мирно, дружно и убрать все эти царские, российские, имперские названия. Потому что оно привлекает, понимаете, все эти негатив. А нам нужен мир и позитив. С вами был Ергали. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.